Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия». Как всегда, по средам я ее ведущий Андрей Остров. И как всегда, мы общаемся с муниципальной властью. Сегодня мы решили в продолжение предыдущих программ поднять тему, все-таки более детально обсудить питание в школьных и дошкольных заведениях. У нас был Евгений Шевченко, и мы говорили вкратце об этом, но мы решили рассказать подробнее. У нас сегодня гость... Глеб, простите, Новоторов, да, вот не могу выучить фамилию вашу, директор КОП, ну, все слышали, что такое КОП, все слышали скандалы, которые были связаны с этим предприятием, это то предприятие, которое кормит наших детей в садиках и школьных учреждениях, ну, и, в общем, собственно, что изменилось, что лучше, что хуже, что считаю, что перспективным планом, вот давайте вот начнем, чем стало лучше или чем стало хуже? Ну, проведена работа, она сейчас поделена на этапы. Смотрите, первый этап был, он рассчитан был на 2 месяца. Это сделать так, чтобы на входе у нас были качественные продукты, там ассортимент был шире. Вот, естественно, цена другая. Мы выполнили этот этап. На сегодняшний день у нас начат следующий. Ну, наверное, самый объемный, самый непростой. Это теперь наша задача, как сделать так, чтобы все, что попадает, привозятся в сады продукты, попало ребенку в тарелку. Вот это вот ключевая идея. Угу. Ну давайте тогда сразу вот по этапам мы разберемся. Качество товаров. Ну мы все помним скандалы о гнилых каких-то овощах, там еще чем-то. Ну в общем, собственно говоря, это подымали общественники. И как сейчас устроено так, что этого... Ну, то есть вы же понимаете, что ну, не важно сейчас поймать кого-то за руку, а важно, чтобы этого больше не повторилось. Какие меры приняты? Почему мы можем гарантированно считать, что продукты, которые поступили к вам и в результате мы поступили в детскую тарелку, действительно того надлежащего качества? Ну, самое важное, наверное, мы убрали с цепочки всех поставок посредников, которые там и цену завышали, и за качествами следили. Мы стараемся выходить напрямую на производителей, брать у производителей, но самое важное, наверное, в контроле качества, помимо того, что производитель предоставляет там все документы, сертификаты, мы проводим дополнительно, независимо от этого, свои исследования. Каждая партия идет, у нас лабораторное проходит исследование, есть акты, есть заключения. Мы работаем очень плотно, Николаевский центр по защите прав потребителя, все идет через них. Мы дополнительно себя перестраховываем, мы смотрим, ну и в первую очередь это отражается на качестве тех продуктов, которые дети получают. Угу. Хорошо, теперь что касается второго этапа, вот что это за второй этап и подробности его осуществления, если можно. Потому что у нас как бы это было предприятие раньше такого сверхзакрытого типа, и все-таки мы хотим, ну, думаю, что и все имеют детей, внуков, и хотят разобраться, как это все работает, и, собственно, что делает это предприятие. Ну, тут очень важный момент, сразу вот я хочу сказать об этом, но он принципиально важный, чтобы мы тоже понимали. Смотрите, вот продукты, которые мы закупаем сейчас для детей, есть определенное такое, скажем, ну, помимо того, что мы там ценовой критерий какой-то, но есть очень важное, вот скажем, то качество, ниже которого мы детям не предлагаем и не даем. То есть можно найти и дешевле, вот, но это уже детям не подходит. И? Хорошо, давайте я пока вот, вы видите на экранах телефон студии, куда вы можете позвонить и задать в прямом эфире вопросы нашему гостю. Собственно, присоединяйтесь, я думаю, что есть что спросить, помимо того, что спрашиваю я. Окей, третий этап, к чему приведет и что в результате будет? Ну, сейчас второй, давайте мы посмотрим, да. Второй вот этот самый объемный. Третий этап, он будет после второго, после того, когда будут выполнены все, скажем, все наши программы, весь комплекс мероприятий по второму этапу. Второй этап – это как сделать так, чтобы все, что попадает в сады. А, вот я еще, чем я говорил, важно. Сейчас на входе, на любое предприятие, у нас 130 объектов, приблизительно пополам, там 65 садов, 65 школ. Значит, у нас нет на входе нет ни одного некачественного продукта. Все проходит контроль, все свежее, и все соответствует всем требованиям. А вот следующий этап, он такой, скажем, сложный, потому что мы тоже с обществом, мы ездим, теперь мы уже отбираем пробы не на контроле входных продуктов, а уже то, что попадает в тарелку, мы берем пробы там, непосредственно с тарелки. Вот мы следим за тем, чтобы все, ну и вся калорийность и питательность попадала уже непосредственно в тарелку. Там тоже делаются анализы, там тоже мы собираем сейчас статистику, информацию, вот набираем. Есть, к сожалению, там и недоложения, но мы с этим будем бороться.
Ну, дай бы Бог. Давайте вот еще какой вопрос. На прошлой программе, когда мы говорили с Евгением Шевченко, он назвал цифру порядка 9 гривен, 9.15 это из расчета на новошкольника. 9.10 это годная категория, 8 гривен. 8 гривен, да. Мне в комментариях под видео к этой программе пользователь написал, что в Запорожье это 15 гривен. А расскажите, почему, действительно это может цифра соответствовать действительности, почему у нас меньше, и как вообще определяется вот эта сумма того питания? Ну, сумму выделяет городской бюджет, они решают на сессии, объем финансирования. Но я вам скажу, что на сегодняшний день, мы вчера делали анализ, на сегодняшний день эта сумма покрывает только 52-53%. От рекомендованной нормы Кабмина по общей калорийности и питательности детского питания. То есть, хорошо, а почему не выйти, например, в горсовет с инициативой о дофинансировании, обосновать это? Или это какие-то цифры такие, которые можно только в следующем году? Это все только на следующий год закладывается, сейчас готовится конкурсная основа, на конкурсной основе сейчас готовится тендерная документация, это все можно заложить только, к сожалению, на следующий год. Этот год мы уже работаем в тех условиях, в которых мы работаем. Ага. Вот. По поводу финансирования, это решение Кипсовета. Смотрите, сейчас там мы дали 3 модели, мы посчитали это все, мы предложили 3 модели развития. Одна из них, это как раз сейчас идет обсуждение, если, скажем, вариант такой освобождения от дополнительной финансовой нагрузки, это коммунальные платежи, это отопление, возможно, даже там, скажем, освобождение от уплаты электроэнергии, потому что в многих городах вот такая программа существует, и вот эти деньги, средства, которые мы тратили, скажем, на коммунальные услуги, их направлять на увеличение тарелки, самой тарелки. Но все равно же их откуда-то надо будет компенсировать эти затраты. Но они же все равно выделяются. У нас, смотрите, какая ситуация. Мы организуем только питание, но мы организуем питание в собственности управления образованием. Uh-huh. Вот. И в любом случае, вот эти вот средства, которые, скажем, мы же, смотрите, для того, чтобы заплатить за тепло, мы должны забрать часть тарелки, получается. Uh-huh. Если на нас возрастает финансовая нагрузка, то мы будем уменьшать на выходе порции. Я вам в двух словах скажу, у нас, значит, детей вот в садике 13,5 тысяч, мы кормим 40 тысяч всего учеников в школах, из них 17,5 тысяч, это те, которые 1-4 классы, они подпадают под бюджетное питание. Ага. Это для них. Ясно. Хорошо, тогда у меня тогда такой вопрос. А почему, например, вот это просто гипотетически, вот как простому пользователю, да, почему, например, городской совет не установит там норму питания на ребенка, а вам управление образования поставит задачу, какое количество детей нужно накормить, исходя из там, например, определенной суммы на ребенка. Вот такой путь не рассматривался? Мы рассматриваем все пути, но, очевидно, там есть какие-то свои условия финансирования с бюджета. Видимо, это хорошо, что находятся средства. Это хорошо, что в 2016 году это все идет финансирование за счет местного бюджета и деньги нашли эти. Uh-huh. Вот. Но на следующий год, скорее всего, наверное, тоже. Я надеюсь на то, что финансирование не уменьшится. Как минимум оно останется на том же уровне, а лучше будет, конечно, если оно будет увеличиваться. Хорошо, тогда такой вопрос. По финансированию понятно, этот вопрос можно задать, в принципе, депутатам больше, которые выделяют средства на это. Давайте так. Звучало мнение среди прочих, такой несколько провокационный вопрос, что вот нам, в принципе, такое предприятие не нужно. То есть, каждый объект, в принципе, или как-то группа, или каким-то другим образом будет питаться сам. Скажите, насколько такой постулат имеет место быть, точнее, такое мнение? Здесь, наверное, все-таки надо смотреть такой показатель, как эффективность предприятия, потому что вот у нас мы кормим 17 тысяч и 13,5 тысяч детей, у нас работает 330 человек на предприятии. Вот и у нас получается, смотрите, со всего финансирования у нас 30% это вся наша финансово-хозяйственная деятельность, и 70% этой суммы идет, направляется на бенефициаров, продуктовый набор, который uh-huh. попадает непосредственно ребенку. Чем дешевле мы будем покупать, значит, тем больше в тарелке будет у ребенка находиться. Uh-huh. Вот, частным образом, мне сложно сказать, какие модели, потому что там в углу ставится прибыль. Вот, и вряд ли получится, наверное, такое соотношение, как 70-30 или даже 60-40%. Uh-huh. Хорошо, тогда
Ну, опять же, давайте так, вернемся к самой идее предприятия. Да? Ну, вот, среди прочего, очень, ну, такой был как бы момент, вот, который рассматривался, что вот эта вот доставка, то есть приготовили, а потом доставили, оно занимает там какое-то время, какие-то затраты и так далее. Ну, насколько это правда? Вот, как вы считаете? Вы имеете в виду модель? У нас на сегодняшний день 4 базовые школы, которые обслуживают по 2000 человек. Есть каждая базовая школа обслуживает по 7, по 8 так называемых буфетов, где нет условий для стационарного приготовления пищи. Это готовится в условиях пищеблока базовой школы и туда доставляется, развозится. Эта модель прекрасно работает. Угу. То есть, в принципе, такой вот сам себе режиссер, нет такой необходимости. Собственно говоря, эта модель, наверное, где-то подразумевает отсутствие должного контроля. Если я правильно понимаю. Там сложнее значительно будет контролировать. Наверное, все процессы будут значительно сложнее контролировать. Хорошо. Давайте еще вопрос. Ну, как бы есть категория, ну, скажем так, есть все равно нарекания, например, к питанию. Ну, там кому-то не нравится, кому-то считает, что мало и так далее. Как вот, что, какая судьба вот этих жалоб? Мы, те жалобы, которые есть у нас, смотрите, потому что в социуме информация, она, ну, как бы немножко оторвана от жизни. Те жалобы, которые, ну, люди, которые обращаются непосредственно к нам напрямую, жалобы, которых мы знаем, мы реагируем мгновенно, мы выезжают специалисты, разбираемся в причинах и устраняем очень быстро это все. И у нас системный подход, мы стараемся принимать решения так, чтобы в будущем этого не повторялось. То есть не какой-то разовый случай, а вот с точки зрения системного подхода. Чтобы убрать вообще причину возникновения подобных же. Хорошо, давайте так. Вот каким бы вы видели вот идеальную работу предприятия? Да? То есть это достаточно важное в жизни города предприятие, занимающее достаточно важную роль в системе образования с позиции того, что питание есть питание, это здоровье детей. Вот в идеале, какое бы, по-вашему, вот вы, ну, новый руководитель, да, этого предприятия, и, собственно говоря, ну, наверное, же есть какой-то перспективный план, согласно которого вот вы будете считать свою вот миссию выполненной, что предприятие, вот, по вашему мнению, идеально. Какие будут его показатели, параметры? Вот как бы вы нашим зрителям сказали, я готов сделать то-то, 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 считая свои задачи, сделать там, и вот в результате мы получим вот это. То есть вот простым языком. Ну, если простым языком, вот тарелка, это есть наша, вот термин такой, тарелка, мы его называем, это есть наша ключевая идея. Вот то, что ребенок получает тарелки, вот это вот самое для нас значимое, оно должно быть привлекательно для ребенка визуально, оно должно соответствовать, оно везде должно быть стандартизировано, одинакового вкуса. Самый важный показатель, это чтобы ребенок эту всю тарелку съедал. Ну, все, что находится в тарелке, съедал. Вот это для нас самое важное. Ну, а по поводу, там, скажем, модели работы предприятия, вот сейчас, то, что мы видим сейчас, ну, наверное, это все-таки переход на модель централизованного управления, возможно, даже фабрики кухни, так как оно когда-то, даже вот это здание, которое строилось там в 72-м году, вот оно и даже тогда не предусматривали модель фабрики кухни, когда не 130 точек контроля, 130 точек контроля, ну, входа и выхода, а когда одна точка, когда работают на одном предприятии, на современном оборудовании, у нас, к сожалению, там управление образованием делает ремонты, покупаются, но, к сожалению, есть оборудование еще там 70-х, 80-х годов, вот, которое, ну, нужно очень быстро менять, потому что это влияет на качество питания. 130 точек, о чем идет речь? 65 садов, 65 школ. Ага. Это 130, скажем, 130 получателей. Объектов, да, да. Где есть там самостоятельная кухня, где есть... Скажите, вот такой вопрос. Ну, никому не секрет, что зарплаты очень маленькие у сотрудников, которые вот работают в этих 130 точках, о которых, да, вы говорите, да, то есть это там, ну, какие-то там 1100, ну, там минимальные зарплаты, да. Ну, сложно прожить сегодня на такую зарплату. Планируется ли как-то этот вопрос решаться? Потому что нас смотрят не только, я уверен, мамочки. Для мамочек мы отдельно, у меня следующий вопрос вам. А вот и то, те, кто работает в вашей системе. Планируется. В нашей финансовой модели там заложено минимум 20% повышение с начала 2017 года. То есть это, грубо говоря, до 2000, да? Нет, у нас шеф-повар ставка 2200 или 2300. Там сейчас 1800 и 1500 у кухонного работника. Угу. Теперь вопрос для мамочек. Я, ну, в любом случае, оценку вашей работы всегда, скажем, как вы правильно сказали, это тарелка, да, которую съедает ребенок каждый день. И родители, которые забирают ребенка из школы,
ну, видят о том, что он сыт, и он там, не дай бог, не отравился и так далее и тому подобное. Но что бы вы посоветовали, какие советы вы можете дать родителям, которые нас смотрят, что нам нужно, что делать, на что обращать внимание, когда вот они сталкиваются с вот системой питания, ну, приходя там забирать ребенка или там расспрашивая его, что он ел, как он ел. Нам очень важна обратная связь, и вот информация, как раз, которую ребенок передает своим родителям, там, мама, а я сегодня съел там что-то, чего не ел давно. Потому что мы сталкиваемся иногда со случаями, когда в садах там по 5, по 7 лет кефира не было, там ряженки несколько лет не было, или вообще не было ни разу ряженки. Особенно те дети, которые на сегодняшний день, вот они удивляются. Мы готовили сырники, сырную запеканку, творожно-сырную там с яблочным ванильным соусом. Многие дети впервые в жизни это пробовали. Вот. И нам очень важна вот эта обратная связь, когда мы даем то, что ребенок, ну, разнообразие и привлекательность. Ну, что, хорошо, еще раз, вот на что родителям обратить внимание? Ну, то, что обратная связь вам важна, и я думаю, что вас мало похвалят, скорее больше, если что, поругают. Вот на что бы обратить внимание, что является тревожным сигналом о том, что где-то произошел сбой? Что родители, на что родителям нужно обращать внимание и, ну, акцентировать ваше внимание в результате, обращаясь там по телефону, ну, ваши там службы поддержки, так сказать. Что должно быть, какие вот нормативы должны соблюдаться, которые могут родители каким-то образом проверить? Ну, они могут много параметров проверять. Там есть в любом учебном заведении, где мы готовим, там есть контрольное блюдо, оно стоит, оно на виду. Его можно взвесить, его можно посмотреть, нужно сравнить, соответствует ли контрольному блюду то, что дается детям, независимо там в садах или в школах. В садах система более закрыта, потому что там еда с кухонного блока, она уходит с пищеблока в группы, и уже в группах там сотрудники сада, нянечки там распределяют. В школах это все, конечно, значительно проще, и нам очень важно тоже, чтобы родители обращали внимание на внешний вид, на соответствие контрольному блюду. Но и тоже понимали, что, скажем, тоже меню, разнообразие этого меню, оно находится в очень жестких требованиях в рамках там разрешенных продуктов. Список, скорее всего, наверное, больше будет запрещенных продуктов, которые нам нельзя употреблять для питания, ну, организации питания детей. Ну, все равно разнообразие. А эти списки где-то есть? Это закон Украины, это 1591 закон, это там есть постанова про организацию дачи харчевания. Это все есть. Там есть большой перечень продуктов, которые нам, ну, нам запрещено закупать и употреблять, и, значит, использовать в питании детей. Поэтому нормы, я вам скажу, ну, нормы безопасности, они значительно более жесткие, чем, скажем, в любом кафе, которое существует, ну, вне питания детского. Вот. У нас ни в садах, ни в школах нету ни одного блюда, которое может нарушать вот эти параметры. Хорошо, то есть с этим разобрались, то есть как бы вот сейчас у нас, то есть если подытоживать, да, вы провели работу, связанную с закупкой качественных продуктов. Да. Сейчас занимаетесь тем, что, ну, скажем, эти продукты в приготовленном виде должны попасть 100% на тарелки. Да. И в каком виде? Школьников, плюс внешний вид, вкус и так далее, да. В результате, тогда у меня вот какой вопрос. Если, ну, мы не будем копаться в том, что было, да, скажем, какие основные проблемы сегодня, вот вы считаете, ну, существуют у КОПа, которые, ну, должны быть немедленно решены. Я имею в виду с позиции того, что наши зрители очень активно общаются с депутатами своими, и сейчас депутаты — это люди, раньше были неуловимые, сейчас они очень уловимые. И, то есть, вот какие бы пожелания, по идее, избиратель должен был передать своему депутату, чтобы вот помогли вам улучшить? Какие вот проблемы прямо кричащие есть у предприятия? Ну, это техническое состояние самого нашего здания основного на улице Карпенко, 49. Там у нас базовое все производство, там весь второй этаж, это кондитерский цех, который мы можем... Ну, на сегодняшний день он начинает потихоньку работать, до этого он был в состоянии полностью заброшенном. Вот мы там все приводим в порядок, сейчас будем проходить сертификацию. Вот. Тут еще важно понимать, что не только КОП, тут очень важна совместная работа и с управлением образования, поскольку мы организовываем питание, ну, на их территории, на их оборудовании.
Там тоже надо обращать внимание на состояние этого оборудования. Это совместная деятельность должна быть. Мы не можем только там за счет копа. Либо вот горящая проблема. Вот как, ну, вот как, какая топ номер один? В самом копе или вообще? Да, в копе. Вы же директор копа. Это кадры. Это кадры в первую очередь на сегодняшний день. А скажите, выпускают сейчас какие-то вузы на профтехучилища вот специалистов по вашему профилю? Да, выпускают, есть. Мы с ними работаем, но, к сожалению, вот низкий уровень заработных плат не является привлекательным, и ищут они работу, скажем, там, в других совершенно структурах коммерческих. Ну, некоторые приходят, есть и молодые люди, есть, которые понимают, есть, которые нарабатывают опыт, стараются и растут, есть такие. А что вы можете предложить вот сегодня, кроме опыта? Ну, давайте на этот вопрос ответите позже, мы послушаем зрителя, потому что у нас не так много осталось времени. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мне к представителю КОПа есть вот такой вопрос. Раньше, я знаю, когда раньше в общепите вывешивали, каждый, когда приходили мы в садик, было такое, ну, как, ну, меню питания. И было расписано ужин, завтрак, обед, ужин, раскладка была. Все, почему ж сейчас этого нету? И кто именно, где у нас, какая организация стоит на страже качественного питания наших деток? Спасибо, отличный вопрос. Прошу. Меню должно быть обязательно. Если меню раскладки нет или там не указан выход, это является нарушением прямым, и нам надо сообщать, мы будем принимать меры. Кто контролирует? Контролируют, ну, бывшая санэпидемстанция, сейчас они в структуре Держспоживнагляду. Также с нами контролирует лаборатория Николаевского центра. Ну и вы, само собой. Мы, само собой. Да. И лаборатория Николаевского центра по защите прав потребителей. Они тоже это все контролируют. И мы это вот, ездим, проверяем. Вот в продолжение тогда вопроса сразу, вот буквально там на завершение программы. Ездят, проверяют. Так, вот у вас 130 объектов. С какой периодичностью вы вот можете их посещать? Ну, совместно с этими тремя службами. Ну, возможности широкие. Я имею в виду, ну, у вас все равно же есть ограничения и по штату, и у них есть, и так далее. То есть, насколько эти проверки внезапны, насколько они плановые? Они полностью внезапны, они тайны, они внезапны, никто даже не догадывается, куда мы едем. Мы можем в день осуществить одну, можем три, можем четыре проверки в день делать. Угу. Мы так и делаем. Но мы не сообщаем ни о количестве, ни о графике, ни о месте, куда мы намерены приехать для того, чтобы подбирать пробы и смотреть, проверять. Туда же входит проверка, естественно, меню требования, все это должно быть вывешено, все оно должно быть заверено. Но вот наша зрительница, которая звонила, говорит о том, что вот где-то, видимо, нет этого меню. Как часто вы такие нарушения находите о том, что меню нет? К сожалению, на сегодняшний день часто. Сейчас мы Какая-то сложность? Это сложность в понимании. У нас, к сожалению, там есть люди пожилые, пенсионного возраста работают, и для них тяжело понять, что вначале делается вот это первоочередное, что делается, вывешивается меню, еще желательно не только сегодня, на сегодня. Родители должны видеть, что завтра ребенок будет есть, они должны понимать это все. Вот. Ну, мы работаем и с этим тоже. Ясно. Что ж, наша передача подошла к концу. Я хочу поблагодарить нашего гостя за то, что пришел и рассказал, да, вот, а нашим зрителям сказать о том, что мы будем продолжать рассматривать подробнее, более подробно то, о чем говорят заместители или мэр, и будем приглашать специалистов, которые будут раскрывать более глубоко те или иные сферы городской жизни. Сегодня мы поговорили с вами о детском питании, которая, безусловно, наверное, как, прямо или косвенно касается каждого из нас. Присоединяйтесь к нашей группе на Фейсбуке, на связи с муниципальной властью, и задавайте свои вопросы, оставляйте свои комментарии, мы их непременно озвучим и зададим нашим гостям. А я с вами прощаюсь до следующей среды. С вами был Андрей Острев, программа «Горячая линия». Ждем вас на следующей неделе в это же время. До свидания.